Так, развитый soft skill, залог успеха. Можно ли получить профессию на всю жизнь? Ну, я отчасти, наверное, ответил на вопрос, что такое soft skills. Вот, это понятие, которое используется в компаниях, вот, которые разделяют такие особенности и компетенции сотрудников, как профессиональная работа и взаимодействие. Значит, ну, то есть вот у вас может быть профессиональный навык делать что-то, если вы сапожник, починять сапоги. Если вы примусник, то починять примусы. Вот, да, но вы можете починять примусы с отвратительным выражением на лице и коммуницировать в окружающий мир неприязнь, а можете улыбаться улыбкой чеширского кота. Вот этот вот soft skills – это вот как раз способность социальной коммуникации, это способность совладания со стрессом, это очень важная составляющая. И третье – это интеллектуальные способности. Вот, развитие этих скиллов, этих компетенций, этих способностей социальной, совладания со стрессом и интеллектуальной является ключевой и в развитии ребенка, и в развитии вас, если вы собираетесь дальше совершенствоваться в карьере, да, в том, что вы собираетесь делать. Вот. А профессию на всю жизнь, как я вам сказал, получить можно, просто сама профессия может радикально измениться. То есть вы можете сейчас обучаться на врача, вот, но вполне возможно, что через 20 или через 30 лет вы будете просто придатком в достаточно сложной машине, типа такой вот хирургический комплекс есть, например, Да Винчи, который уже сейчас проводит автономные операции, целый ряд операций на теле человека. Вот. И вы вполне возможно можете оказаться просто приставкой уже к этому, к аппарату. И, возможно, вам нужно будет больше быть технарем, чем врачом, для того, чтобы справляться с этой машиной. Вот. Но в целом все будет меняться.